Петербург, магазин Retna. Будем сейчас мы вскрывать окрейсинг, модель Onyx. Шикарный здоровый трон. Мягенький, плюшевый, теплый. Теперь будет доступен в нашем магазине. Тоже их давно не было. Пятилучи у него дюраль алюминиевый прямое, даже в алюминиевый можно сказать. Сверху покрыто хромом. Так, упакована с завода она вот так, ну, аналогично упакована, как вот эти большие товарищи Макс и Опал. Так, продолжаем. Это значит у нас Onyx. Обратите внимание, мультиблок, закрой коробочку, такой же, как и вот мы всегда говорим, во всех креслах. Вот в окрейсинге, или там в авентюре, или вот Obsidian, или Max, или Opal. У нас, кстати, уже все коллекции для накрейсинга. Так, значит, вот Onyx. Вот у него вообще обновленная подушка, вот такая вот. Поясничная такая же, как у большинства моделей. Это сидушечка такая у него. То есть это вот в коллекцию больших, мягких, комфортных кресел. Литая у него крестовинка. Прямая. Прямая, да. То есть подойдет даже для роста там 1,65 м, 1,70 м. Если у вас 2 метра, тоже подойдет. Сюда можно просто поставить высокий газпатрон. Еще два туда рулеточку сейчас заснимем. Надо рулеточку вот снимать, когда спинка будет прикручена. Вот такая потенция. Вниз посмотрим. Да, шикарная. А это уже четверочки, да, стоят? Да, четверочки. Четверочки поставили. Скажи, что это шарконовское. Да, это вот шаркон взял отсюда у них все. То есть вот усиленная рама. Возможность, да, подцепить топ-ганчик, но у нас комплектация мультиблок. Давайте посмотрим дату производства на коробочке. У нас вы купите март 22 года. Вот я трогаю мультиблок, он еще теплый, вот прям только с конвейера. Вот, поэтому если вы хотите не рисковать с этими агрессивными боковыми одежками, кстати, вот эти две модели у нас сейчас идут по акции. Сегодня 1 сентября. Это бренд Evolution. Это у нас, мы его называем Конкастадор, 25 тысяч. Это у нас Альфа. За 25 тысяч можно приобрести у нас новое кресло с распаковочкой. Поэтому, кто хотел купить кресло на мультиблоке и с хорошей рамой, ну, как раз не надо искать чудеса. За 25 тысяч это вот оптимальный вариант. Так, сейчас идет сборочка у нас, значит, Оникса. Колеса тут уже хорошие, большие. Ну, Оникс это 100+. Это гигантский кресло. Да, это вот. Итак, на сегодняшний день, если мы такие, как я, большим животом, у нас есть что? У нас есть Опал. Тканевая обивка. Сейчас он, кстати, для подписчиков стоит всего 35 тысяч. На сайте 39 900, опять у нас можно купить 35 тысяч. Значит, это Опал, это Макс 36 900, это Обсидиан, плоская сидушка 36 900. И либо уже идем в премиальный сегмент, это наш Noble Chess Hero. Вот, и вот как раз в коллекцию, ну, многие спрашивают, шаркон ГС-40, вот тканевый обивочка, но там нету шарконя подушек, нет РПП. Он стоит жесткий. Жесткий. Лучше чуть-чуть добавьте и купите себе Hero. Вот тут уже есть и РПП, колечко регулирует поясничный подпор. В комплекте две подушки шикарные. Ну и просто Нобель это Нобель. Он есть во всех разных цветах. И тканевые есть. Вот. А если вы хотите кожаные, то вот это окрейсинг Onyx.
тоже что заметил, что здесь есть этот изгиб излом на спиночке. Ну это как бы вот это эпик, да, у нас условно. Условно, ну, да, это условно, это вот большой размер, маленький размер. Это эпик. Эпик. Это эпик биг. Большой эпик. Ну и опять же отличается то, что он мягенький, уютненький. Ой, просто в нем тонешь. А это, конечно. Ну это такой, да, кресло руководителя. Это 100 плюс. Но это не значит, что если у вас 90, надо бежать покупать чипсы и пиво и набирать 100. Точно. Вот. Мягкое. Точно подмечено. Мягкое. Мы его собираем? Полностью? Собираем, собираем, да. Блин, вы смотрите, сколько у нас товарищей больших теперь будет. Ну, давай его куда-нибудь. А некуда его поставить. Ну, половинку пока куда-нибудь поставим. Да, я согласен, куда-нибудь поставить. Вот поэтому ну, все тогда... приезжайте, да. Напоминаю, к нам сейчас приехали мастера, наш любимый беленький. Сегодня 1 сентября 2022 года. Очень много новинок получили. Вот, поэтому все-таки жизнь продолжается. Знаю, у нас что логистика работает. Ну, логистика. А что вот. Логистика работает? Это отбили сбоем контейнеры. Так что, что у нас там? А, кинги приехали, дексрессерские. Дешевые модели приехали, да. Поэтому будем... Принцесса, да, белый? А, принцессы приехали. Так что вот это был Вонис. А, еще, кстати, он приехал в натуральной коже. Ссылочку дам. Есть такой стул, полностью в натуральной коже. Ну, конечно, окрасим. Давайте посмотрим качество. О. Удовлетворительно все. Все прям нормально. Самое главное, жесткая, крепкая рама. Никаких фанерочек. Механизмы все уже временем проверили. Да, самый оптимальный вариант. Приехать и потестировать, посидеть, убедиться. Найти то кресло, где вам удобнее. Ассортимент у нас большой.